Русские солдаты изо льда появились на центральной площади Читы в преддверии новогодних праздников. Всего власти планируют установить 12 пластиковых и 12 ледяных скульптур российских военных. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил смысл инсталляции необходимостью, цитата, «помнить и видеть, что их земляки сейчас отдают свои жизни». Сейчас такое время, вот, и пусть молодежь учится. Уважаю патриотизм. Вот, то, что фигуры в форме военных, это хорошо. Поддерживает дух патриотизма. Многие российские регионы отказались от новогодних мероприятий или свели их к минимуму, чтобы профинансировать нужды российских солдат и их семей. Министр культуры Забайкалья заявила, что при подготовке сценариев мероприятий было рекомендовано опираться на героические образы России и этносов, демонстрировать праздник Новый год как образ мирной и дружной жизни.